Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре двуххлыстовые спиннинги Twin Peak от компании Сабанеев. Серия пользуется спросом у народа. Это как бы вариант как раз для тех, кто выезжает не очень часто, либо не хочет иметь и платить деньги за два удилища. Он получает два спиннинга на разные виды ловли в лице одного и, соответственно, за очень небольшие деньги. Спиннинг, в общем-то, премиум сегмента. Значит, моделька, как я сказал, Twin Peak. До выхода этой модели мы выпускали, то есть мы, это компания Сабанеев, выпускали спиннинги, называемые Binar Universal. Ну, наверное, многие их помнят, знают, потому что они где-то были в продаже, наверное, около 10 лет, ну, может быть, лет 7. Но все-таки они морально устарели, потому что рукоятка спиннинга в бинарах была вклеена в бланк. То есть здесь идет единый бланк, да, там же рукоятка, там бланк заканчивался, а дальше шла уже рукоять наклеена. Соответственно, сейчас такие спиннинги уже считаются, в общем-то, забытым прошлым. Сенсорика у них крайне слабая, поэтому на смену них пришли, вот эта серия пришла Twin Peak'ов, современных, качественных спиннингов из достаточно дорогого карбона с кольцами премиум сегмента. От корейской компании. С бланк, как я повторюсь, рукоятка и катушка-держатель современный. В таком хай-тек стиле. Посаженный на ручку. Дальше под локоть, соответственно, утолщение, оно и декоративное, приятно очень смотрится, и как удобство тоже. Здесь у нас Эва, мелкопористая, очень плотная Эва, сзади торцевая пробка. Фирменная. Соответственно, катушка-держатель современный, производство Корея тоже. И с нижней гаечкой, как вы видите. То есть, соответственно, это очень удобно в том плане, что здесь вы когда беретесь, у вас постоянно идет движение пальцев в верхней части, и вы можете ослабевать катушка-держатель, да, может ослабеть. Сейчас я вам сниму вот нижнюю гайку. Здесь у нас все подклеено, все очень аккуратно, плотно. То есть ничего затекать не будет, качественно. Имеется хук-кипер на бланке. Он служит для того, чтобы, если вы ходите, вы можете крючок сюда у блесны, там у джига головки засунуть, и, соответственно, у вас будет он всегда на месте, ни за что не зацепится. Значит, по длине вам сказал, у меня в руках это 270-й, и к нему идут, соответственно, два хлыста. У одного тест будет 7,35, у второго 15,50. Кольца здесь тоже высоко посажены, с правильным диаметром, под тонкую плетню, даже под монолеску некоторые используют ее, этот спиннинг. Применения какие? Это универсальные абсолютно спиннинги, то есть применяются как для воблеров, блесен, джига. То есть, как вам угодно. В общем-то, еще дополню. Хлыстики, что на 240-й модели, что на 270-й, снабжены противозахлестными тюльпанами. Это лишний раз вам обеспечит, соответственно, отсутствие захлестов и отстрелов. Ну, моделька 240-я, в длине 240, точность такая же. Единственное, значит, по хлыстам 2.10 и 15.25. И здесь хлыстик, в отличие от предыдущей модельки, он у нас вот таким оранжевым цветом обозначен.
Этот хлыст применяется очень хорошо именно на джиге. Да, и, соответственно, как вы понимаете, прекрасно видна поклевка и, в общем-то, протяжка, сама проводка может анимироваться по хлысту. Ну, как обычно, сейчас разложим эти два спиннинга, посмотрим саму параболу. Друзья мои, ну вот разложил я спиннинги. Давайте вот начнем с 240-го. Хлыстик у нас 2.10 будет. Вот я вам перед камерой его показываю. Универсальный абсолютно спиннинг. То есть, кто хочет недорого и на все случаи жизни, практически это вот разве что не ультралайт. Быстрый строй, фаст. Как вы видите, прекрасно он работает. Сейчас Константин Михайлович нагрузит. Видите, поджиг. Давайте сейчас я попробую, знаете, как лучше сделать? Переведу. Ага. Отпускаем. На потолок. Может быть, здесь даже вам будет спиннинги интереснее смотреть. Вот, смотрите нагрузку. Да, давайте вот так сделаем. Видите, как работает хлыст на джиг? Ну, соответственно, сенсорика обалденная, все идет в руку. Вы фактически, да и не фактически, а так и есть, держите бланк руками. Значит, одеваю, ставлю второй хлыст. Это больше используется под воблеры, под блесна. 5.25 тест. Точность также, смотрите, нагружаем. Переводим камеру. Ну, соответственно, я вот что как он на потрях. То есть быстрый строй, фаст. Я бы сказал экстра фаст. Значит, следующий 270 с лайтовым хлыстом 7.35. Вот, смотрим на потрях. Константин Михайлович, нагружаем. Да, и теперь давайте я переведу на потолок. Потому что некоторые спиннингисты очень любят вот в таком макаром смотреть строй. Ну вот, пожалуйста, как угодно нагружаем. Если что-то не нравится, пишите, буду иначе грузить. Значит, и уже самый мощный хлыстик у нас 15.50 я одеваю за кадром. Точность также на потолок. Так, и сейчас Константин Михайлович нам нагрузит. Угу. Вот в таком виде. Ну, распределяет, видите, по бланку идеальнейшую просто нагрузку. Ну, соответственно, на потрях. Это просто пика. Джиг. Тяжелые воблеры. Течение, ловли как с лодки, так и с берега. Вот отличный вариант. Как обычно, в конце по чехлу, то есть качественный чехол с плотного синтетического материала с клапаном на липучке и с тремя отдельными абсолютно отделениями под, соответственно, хлысты и сами бланки. Должен сказать, что запчасти, кого интересует, на Сабанеев, они практически всегда в наличии. Обращайтесь. Подписчикам на социальные сети магазина запчасти будут предоставляться бесплатно в период действия акции. Сейчас такие акции уже прошли на большинство фирм, которые мы представляем в магазине. И, соответственно, спасибо большое тем пользователям, кто отписывается, что получили запасные части бесплатно. А для тех, кто еще не подписан, напомню, что для получения по и участия в акции нужно вступить в программу лояльности. Соответственно, быть подписанным на социальные сети магазина – это ВКонтакте, Телеграм, Ютуб, Рутюб, Инстаграм и Фейсбук. Желательно на 3 первых хотя бы. Ну и, соответственно, удилище должно быть куплено у нас.
и, соответственно, бесплатная запасная часть, если вы вдруг сломаете даже по собственной вине, да, на рыбе, она будет выдаваться в период действия акции. Об этих акциях я буду, о сроках акции, да, проведения их, я буду объявлять в социальных сетях. Второй момент, это мы предоставляем, так как магазин официальный Сабанеев, а я, соответственно, коммерческий директор, разработчик фирмы Сабанеев Удилищ, мы предоставляем от себя лично бессрочную гарантию на заводской брак, на продукцию Сабанеев, купленную именно у нас, потому что сейчас уже пошли потихонечку нам сообщают, особенно вот это началось с регионов и дальше уже из Москвы пришли, что идут какие-то поддельные удилища, поэтому, скажем так, будьте аккуратны, остерегайте подделок и заказывайте в Мультифиш, здесь вы будете обеспечены не только гарантии, но и запчастями, и, соответственно, гарантированно не купите подделку. Всего вам доброго и до новых встреч!